и Байкал открывается на Солдатском. Святой нос в дымке. Болотинка, крыло соснового леса, где-то буран гудит на Байкале, сакуи оседают уже, стоит тепло. Солнце отражается в болотинке на льду, как в зеркале. Так нету здесь. Дали краны пристани, закрытые. Одинокая сосна, пушистая. Байкал лопаток. Лопатки — это устье реки Баргузин. Солнышко пробивает, начинает мокрый песок. Ну-ка, взлетела откуда-то. Вот устье реки Баргузин,
лопатки, так его называют. Действительно, если сверху посмотреть, похоже, как бы две на две желтые лопатки. Там утки сидят. Уже с берегов я смотрю, проелы. Речку здесь течение большое. Устье реки узкое. Ну, стайка уток сидит, плавает. Или гоголи, или крахали. Не видать издалека. О, полетели гливы. Воды открыто сейчас мало. Кормиться надо ее. Река Варгузин, краны пристани. Вот уже и проела. Около берегов струю, на той стороне тоже. С поселка слышно лай собак. Тихо-то как. Божественно. Вон. Утки снова возвращаются. Да, рыбачить скоро можно здесь. Может, сазанчик пойдет в мае. Грязь только тащит. Так-то можно как-то рыбачило здесь, правда, давненько. Ну, такие небольшие с ладони сазанчики. Ловились одно время. Сумики начали попадать. Маленький сумик, он невкусный совсем. Отпускал сразу их. О, садится стая. Садится.